Что делаешь? Качаю водку. Водку качаем. Подготовка к сезону. Народ, привет! Начинаю новую серию видео. Открываем мы сезон в Рязани. Со вчерашнего дня можно было ловить. Все теперь ловят. Ну, мы вчера работали, да? Поэтому сегодня едем. Затарились там немного с мурдюком. Да, сзади у нас лодочка еще на прицепе. Под прицепом тоже там всего, блин. Короче, едем на 3 дня. Ну, скорее всего, будет 3 серии. Там посмотрим. То, может, ничего не поймаем, будет одна. Не, так нельзя говорить. Наловим много рыбы, как всегда. И покажем вам, что поймали. Все, поехали. Ой, это совсем другого фильма. Не, я думаю, не должна. Покажи, Сань, что там. Это недавно. Вот ребята уже наловили окуней. Смотри, окуня какие хорошие. Ну и хорошая щучка. Давай. Сейчас засолим. Сейчас мы тоже, наверное, будем ловить вечерком. Сейчас жарко очень. В либрах 5.61. Подожди, надо. А как килограмм включить? Щелкаешь посередине. Нет, там надо вот здесь. Юнит. Нажать, юнит. Что такое? О, килограммы. 2.545 типа? Или по новой? Да. Да, по новой. Сколько? Ну, я говорю, 2.5. Это больше 2. Да. Не, ничего. Там вот ловилось. 2.5. Ну, 2.550. 2.545. Поздравляю, что? Давай. Не зря покупал лодку, мотор. Она, кстати, смотри, пузатая, там кто-то есть. Пообедали, собрались, сейчас солнце чуть спало. Будем выплывать. Все собрали. Вот наш лагерь. Съезд где-то метров 100, ну, приходится так стоять около воды, потому что очень далеко таскать все. Знаешь, что это неправильно, ну куда деваться. Итак, отплываем мы здесь, Саша, да, Саша? Первый день наш. Вроде чуть-чуть это прохладнее стало. Пообедали. Ребят нас накормили. Сами там ребят накормили. Отец подплывал. Ничего не ловится, говорит. Ребят сказали, до 9 утра так все ловится. Будем смотреть. Крем от загара. Намазаться. Ты красавчик, конечно. Че? Кремом от загара пользуешься. А нас прибило опять. Ну что ты не толкнулся? Я оттолкнулся. Прибило просто. Ну, сейчас еще к этой прибило. Мы еще спиннинги спутали. Ничего страшного. Что, поплыли вниз туда попробуем, да? Давай. Они туда не плавали, так? Плавали. Это так. Колян сказал, все зацепы там взяли. И 1.5 часа разматывали. Показывает, даже как каких-то рыб показывает. Бель показывает. Чоп, да, ребят, поставил 11 винт, хочу испытать. Разница есть.
скажу, разница такая прям хорошая. Это 4-5 километров, наверное. Чувствуется. Новый углерок. Друзья, вот так вот распечатывают воблеры. Это получается той же фирмы, что вот этот брал. А, мой любимый спиннинг. Включил. Ребят, вот такая щучка. 32 сантиметра есть. И сразу Саня что-то взял. А ребят в эту сторону не плавали. Говорит, тут нет ничего. Ну и пусть не плавает. Ну, либо зацеп, либо судак. Потому что не показывается очень... Возьми, Диман, пожалуйста, подсак. Со своим. Опа. Камера. Ебать. Опа! Ребенок с кем-то разговаривает. Не перебивайте, это фиксики. Сейчас плыли, увидели какую-то рыбину. Кто не смотрел видео в том году, мы с Саньком гонялись за этим подлещиком, да, по-моему? Да, тут голавль прям. Такой. Тут, по-моему, голавль. Как нам в комментариях написали, это селитерная рыба, типа селитер, и она всплывает. Ну, что-то много ее очень. Мы хотим что посмотреть, раненая или... Пока что-то не видим. Где он? Там? Вон. Это он? Да. Что это, с очком? Да, вот он. Такая, знаете, нехилая рыбка. Ну да. Мать просил коту что-нибудь взять, может коту возьмем? Ну, честно, я даже селитерную бы и коту не стал брать. Она ее все равно варит. Вот такой не жрет. Бля, большая. Это что за рыбка? Голавль. Голавль, да? Голавль. Главное ее с основной рыбы. Не путай. Ой, ёпта, она тухла. Тухла? Фу, блядь. Но у нее жабры грязные, нет? Смотри. Я понял, она селитёрка. Смотри. А в том году мы прям гонялись за рыбой, она еще живая была. Ну, надеюсь, это селитёр, а не током кто-то глушит, блин, сюда плавляет. Так, у нас поклевка. Что, не останавливаться? Не знаю, остановись лучше. По-моему, да. Пока не пойму. Только заглушим моторчик. Ну, походу, сюда. Не, она крутится. Окунь. Ну, я тебе говорю, как. Ну, просто крутится. Когда крутится. Промазал, что ли? Жалко, та рыба ушла. Как раз где-то в этом месте. Но там явно не окунь был. Вот, сомик. Он, да, он когда промахивается, кстати. А еще его за гор плавил. Ну возьмем нам на уху. Сегодня покоптить на уху. Ребят, я что-то валил, блин. Походу бревно. Ребят. Они сюда и больше не поплыли. Раз, валили здесь вдвоем. И сказали, что да? Больше туда не поплывут, да. Надо еще достать бревно с их вублерами. Не, так... вублера достали, они зацепом пользовались, ребята. Да, я ж колям делал зацеп.
зацеп, кстати, троллинг это такой. Дорогое удовольствие. Всеместное и дорогое. Давай, девушка. Вот, вот он. Вот такой. Так, делаем. Минут 40 мы, наверное, пробовали цеплять. Ну, бывают такие зацепы, что, как говорится, мертвые. Что она же тянется. А там надо смотреть, так нам там берегу что-то привязано или нет. Как мы и так не поднимем. О! На подмотке, прикинь. Ну ты чё? Жить хочет, бля, ёпта. Прям на подмотке взял. Он прям вот взял. По методу Зайна. Ну ладно. Это незапланированный окунь. Вот такой вот. Из горы. Оп, ушел. Че, не так? Итак, Диман приехал. Он тоже отплывает, но надо же сегодня хочет попробовать. Погода у нас поменялась, сейчас не жарко. Вообще рыба, говорят, реагирует, когда погода меняется. Ребята тоже уплыли. Очень много вопросов по этому мотору. 6,5 сил Ханкай. Чикат, правильно? Что я могу сказать? Заводится не с первого раза. Чека неправильно. Особенно если неправильно вставлять шланг, бензин качать. Ну вот так, без нареканий. Так, у нас начал моросить дождик, Диман решил поплыковать. Мы что, Сань, поплывем, нет? Да. В дождик окуня хорошо ловится. Сейчас кинем дождевики на всякий случай, тоже сейчас поплывем, часочек еще поплаваем, потом палаточку будем ставить. Давай, Диман, пятеру привози, пофоткаемся, отпустим ее. Пятеру привози, пофоткаемся, отпустим. Большую! Ду-ду-дум! О, мы щуп придавили свою. Ну ничего страшного. В дождик окунь хорошо ловил, сэр. Сейчас будем и щуку, и окунь ловить. А у нас тут дождик начался, пипец. Смотри, какая птица, да, чирикает? А лагерь наш поснимай, какой офигенный. Видите, почему стоим около воды, там можете не ругаться. Тут, короче, заезд вон там далеко, метров 150. И как-то прийти посмотреть, что у тебя нет колес, не очень хочется. Поэтому вот так стоим. Нарушители мы злостные. Что, поймали? Конь поймал. Ну так, друзья, рассчитывал на крупную щуку, но поймал окуня. Причем уверен я на 99%. Ну и либо это щурок с мизинца. Не окунь, он крутится. Тащится потихонечку. Лов, монстр. Малыш, малыш, малыш и гарус. Блин, ну крючок больше, чем окунь. Блин, порвал ему эту хрень. Выживет? Как выживет, ты чё? Ты же не жабры порвал. Ну все,
Давай, зови побольше черных. Мне вот некоторые спрашивают, почему я троллю вдоль травки. Когда ничего не ловится, вдоль травки сюда попадается окунь. Ну, очередной матросик небольшой. Ну, знаете, там, кому за всю жизнь щуку на 5 килограмм поймать, а я вот люблю, чтоб нет-нет, но ловился матросик. Будь достойный, возьмем. Будет мелко, отпустим. Сейчас увидим. Какой мой. Такого даже, такому даже можно взять. Нет, да, матери, мамке я обещал. Пускай. Думаешь, опускай? Матросик. Ну этот прям в крючок валился. Валил, хорошо поднял. Как он ус. Как он ус сожрал-то. Ну если, Саш, ты его отцепишь правильно, я его отпущу. А, не, все. Правда, немножко в крови, но жабра ведь целая. Он такой вот матросик. Хорошо, мамка мои видео не смотрит, она меня прибила бы. Она у меня окунь очень любит. Итак, на нашем любимом месте, где мы в прошлом году джиговали, Саша что-то взял. Что, обычно судачок тут был, да? Ну, похож на судак, не окунь. Что, сачок? Ну он хороший, зачетный. Да ладно, зачетный, нет. Ок. Зачетный. Зачетный судак. Ребят, ну зачетный. Дядя Саня, ты что, блядь? Полторашка тут минимум на. Красота. И прямо, знаете, не поверите, только что я разговариваю, говорю, вы помните, судак тут всегда ловился. Нет, дядя Сань. Я-то опустился до окуней. Саня говорит, не, я щуку хочу поймать. Я поймал судачка такого. Килограммов, ну, не больше. Да не, не. Меньше? Да нет. Ну, разрешенный, в принципе, думаю, 40-37 сантиметров тут есть. Ну, подклевка судака, она чувствуется, она такая специфическая. То есть он, смотрите, да. Он бахает интересно. Так, единственное, пассатишки опять никакие не взяли. Да, как всегда. С пассатишками опять подкачали. Ребят, в следующий раз возьмем не только пассатишки, но и вас. Кто ходит с нами на рыбалку, вы пишите Диману. Говорит, хочу на рыбалку. Вот, и мы вас возьмем на рыбалку. Поправочка, молодые красивые девушки. Ну хорошо, если это будут молодые красивые. Мы рады всем. Рыбалка на Оке — это реально хорошая рыбалка. Лазит другой нет. Ух. Блин, это воблер. Мы потушим пока камеру чуть-чуть, да. Потому что надо выпутать, ребят. Это воблер всю рыбу уже, наверное, видел. Смотрите. Да. Давайте, ребят, все, тушим камеру. Так будет. Задом. Ребят, слушайте, вот оно, вот. Поставил такой же воблер, только другого цвета, ребят. По-моему, тоже судак, Саш. Хороший? Да. А, ну не показывает, значит судак. Смотри, какой, и прям недалеко, да, Дим? Судачочек. Ну, этого мы отпустим. Не, он тоже нормальный. О, еда. Ой, тихо. Давай, давай. Ну, так, такой же, он, этот брат прям. Тихо. Это братец. Ребят, ну это прям. Смотрите, это прям, смотри, дублет. Рядовой, хороший, 800 граммовый судак. Опа! Вот. Прям хороший, ребят, честно. Такой же воблер, только другого расцветки.
Я потом напишу в комментариях, что за вублера. Да, ребят, честно, вублера офигенные, стоят недорого. Не ради рекламы, но, блин, да, ловит. Нам их никто не подогнал, мы их купили. Мы их просто угадали. Как-то подошло так, что мы их купили и угадали. И они ловят везде. Селигер, вот АК, судачки ловятся хорошие. Ну, честно, мы что не взяли, мы не взяли опять этого пассатижа. Пассатижа, да. И это, блин, будет вообще задница. Вот, поэтому смотрите Швед ТВ. Он хреново не посоветует вам. Ну да, пока нам никто ничего не платит, мы советуем, на что ловим, сами видите. Как только нам начнут платить бабосы, присылать что-нибудь, то мы будем советовать всякую хрень вам. Как. А так, судачок килограммовый, вот, смотрите. Хороший очень, прям. И пахнет вкусно. С сапогами. Армейским. Сань, мы когда такой купим? А, нужна такая? Для троллинга нет. Клевого не клюнул, а это окунь. Ребят, окунь поймали. Так, поверни, Дима, немножко. Да-да-да. В обратку идем. Он поймал окуня. Ну, блин, как на этот воблер мог окунь попасться? Да нет. Может, судачок. Может, маленький судачок или маленькая щучка. Ну, очень маленький. Я не верю, что на этот воблер может попасться окунь. Сейчас посмотрим. Ребят, всем привет! Мы просто офигенно открыли сезон, им нам нравится. Вообще ничего нет, значит отвалился. У меня есть. У тебя есть? Открыл сезон. Есть? Ну, хрен знает, вон нам. Ничего нет. Ничего нет? Все, отвалилось. Мне кажется, мелкие огонь одолбили. Стая. Или судачки мелкие. А, ракушка. Да, может, у меня, кстати, ракушка. Ну, мы прошлись по одной глубине. Не, давай дальше туда, уходи к этому. Друзья, под занавес уже рядом с лагерем. Ну как, хорошая. Маленькая, наверное. Щучка, наверное. Наверное, все-таки щучка. Щучка. Да. Какая красивая погода. Птички чирикают, ветра. Ветер минимальный. Ну, такая маленькая щучка, что ли? Это даже окунь, смотри. Ну, это хороший окунь. Да ладно. Да-да-да. Ну это смотрите, это правда хороший окунь. Братья, ну серьезно, смотри. Ладонь. Давай такого возьмем, наверное. Конечно, нифига себе, ладонь. Хороший окунь. Причем клевал, как будто вот прям. Оно догнало. Опять ты говоришь, раз-раз, а потом дрык-дрык и догоняет. Окунь молодец, он догоняет, блин. Ну хотя и щука догоняет, когда не. Не-не, хороший окунь. Окуня хорошие такие. Хорошего тут. Такой. Ладошечка, я бы сказал. Больше. Ну, на то одной такой, блин, вообще мечта. Мечта. Как на этот воблер, может, окунь клюнул. Ребят, не знаю, что поймал, но похоже окунь. Ну, у меня окунь был. Ну, большой, ты же тоже видел, да? Ну, это небольшой окунь. Ребят, смотрите, ловит все, воблер, и судака, и окуня, блин. Ну вообще, честно, в афиге. Ну как? Причем окунь. Ну он такой же, как воблер. Смотри, чисто. Не, воблер длиннее. Да, даже воблер длиннее. Мам, не смотри это видео. Я сейчас его отпущу. Давай. Что-то мы столько окуней отпустили, блин. Мамкину пожрать уже было бы. Не знаю, окуня в многих областях сорная рыба, как бы считается. Но поверьте мне, если бы я на удочку ловил такого окуня, на червя бы, хрен бы его отпустил, да? Ну конечно, окунь, удочка, червь. Друзья, в прошлом году мне на день рождения подарили такой генератор. Смотрим.
днем-то не было времени собрать палатку, поэтому начали собирать уже в потемках. Ну, всей толпой, благо собрали, и вроде даже все правильно. Сбегая вперед, скажу, ночью ушел дождь, и мы не промокли. Даже голоски нет. Сюда будем вставлять. Голоски вот. Вот. Да. Красивый. Не знаю, видно что или нет. Красиво. Итак, поставили палатку. Спасибо ребятам, помогли. Я, блин, палатки никогда в жизни не ставил. Оказывается, у меня большая палатка. С предбанничком с таким. Вот. Завтра, если вспомню, днем поснимаю. Друзья, первый день закончился. Палатка спать. Всем удачи. Пока.